Привет всем! Вы на канале у Татьяны. Дорогие зрители и подписчики моего канала, готовим сегодня обед из трех ингредиентов, всего лишь навсего, а получается очень вкусно, очень сытно и, кстати, очень полезно. Если вам интересен этот рецепт, обязательно досмотрите это видео до конца. За 20 минут обед у вас на столе. Но прежде чем начать видео, приглашаю вас на мой новый кулинарный канал. Ссылочка в описании. Ну а мы с вами начинаем! Этот обед может приготовить даже ребенок. Он настолько простой, вы наверняка сегодня захотите попробовать его. Я взяла филе. Филе у меня помытое, обсушенное, и нарезаю его на средние кубики. Использую филе, потому что оно готовится быстрее, чем любое другое мясо. Нарезанное мясо нужно посолить по вкусу. И вот так хорошенько перемену руками мясо. Поговорим о форме. Форма должна быть глубокой, огнеупорной. Отправляю замаринованное мясо на дно формы. И вот так лопаткой разравниваю ровным слоем. Займусь приготовлением заливки. В сливке у меня жирность сливок 25%. Выливаю 2 яйца. Сюда же высыпаю специи, все приготовленные. И укроп, и красный перец, и черный перец, и смесь итальянских трав. И все это дело взбиваю венчиком. Приблизительно полминутки. Готовой заливкой поливаю все мясо. Сделаю так, чтобы заливка покрыла все мясо. Вымытый и обсушенный помидор нарезаю на слайсы. Мне понадобится 6 слайсов. Помидор выбирайте в меру твердый и зрелый, чтобы его было легче и удобнее нарезать. Нарезанные слайсы помидора отправляю сверху на мясо. И теперь нам осталось заняться только луком. Зеленую часть лука я нарежу мелко. Это блюдо получится ароматным и вкусным. Все благодаря свежим овощам и сливочной заливке. Последний штрих. Все посыпаем зеленым луком. Посмотрите, какой красивый контраст цветов. И белый, и зеленый, и красный цвет присутствует в этом блюде. В разогретую на 190 градусов духовку отправляю наш обед выпекаться на среднем уровне без конвекции приблизительно на 20-25 минут. Встретимся с вами через 20 минут. В сегодняшнем видео, мои дорогие, мы вместе с вами приготовили вот такой красивый, ароматный, очень вкусный обед из трех ингредиентов. Готовьте и вы, готовьте с удовольствием. Нетрадиционно, лайк и подписка всего лишь навсего. И до новых видео, и до новых встреч. Пока-пока, увидимся.